В регионе завершилась оперативно-профилактическая операция «МАК». Основные цели операции – выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств, а также уничтожение участков произрастания культивируемых и дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Волгоградской области из незаконного оборота изъято около 230 килограммов наркотических средств. Выявлено более 1000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе операции выявлено и уничтожено 55 незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений. Вес уничтоженных растений составил более полутонны. Кроме этого, совместно с органами местного самоуправления, муниципальных образований, сельских поселений и общественностью выявлено и уничтожено 910 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади около 85 гектаров. При этом вес уничтоженных растений составил более 70 тонн. Руководство наркоконтроля по Волгоградской области выражает благодарность активным гражданам за помощь в выявлении наркопреступлений. И напоминаем, телефон доверия наркоконтроля 39 41 00.